26 и 27 ноября в Копейске проходил Кубок области по волейболу среди мужских команд. Церемонию открытия посетили первые лица города. В соревнованиях приняли участие 4 сильнейшие команды по итогам прошедшего чемпионата области 2022 года, в которых сборная Копейска в третий раз подряд стала победителем. Команды сыграли в круговой системе. Мы ждем гостей с Магнитогорска, Строицка. И город Челябинск в этом году представляет спортивная школа номер 12. Молодые ребята, в составе которых играет наш воспитанник. В этом году с ним подписали контракт в профессиональном клубе. Я считаю, что это огромное достижение для копейского волейбола. Наша самая главная задача – это привлечь молодежь. Мы бесконечно играть не можем, нам нужна замена. Мы хотим показать, что это доступный вид спорта. Турнир состоялся в здании физкультурно-оздоровительного комплекса. Город впервые принял на своей территории соревнования такого уровня. Команда Копейска подошла к подготовке к чемпионату ответственно. Готовились 4 раза в неделю, собираясь на тренировки. Победить, думаю, не составит труда, потому что команда у нас заряженная, дружная. Нравится тем, в первую очередь, что игра командная. В команде постоянно царит бешеная атмосфера. Дикие эмоции от поставленного блока или сыгранного в защите мяча. Команда у нас одним составом играет, наверное, на протяжении уже 7 лет. По итогам Кубка области первое место завоевала команда Копейска, второе – спортшкола из Челябинска, ну а третье место досталось троицким спортсменам.